честь Дня физкультурника в городе Голицыно провели открытый чемпионат по кроссфиту. Участниками первенства стали более 70 жителей в возрасте от 7 до 46 лет. Открытый чемпионат Голицыно стал одним из ключевых мероприятий, который подготовил муниципалитет в рамках Дня физкультурника. Атлеты выполняли по 6 упражнений без перерыва. Лучшими стали спортсмены, которые прошли трассу с наименьшим временем. Всем участникам были вручены памятные футболки, рассказал глава округа Андрей Иванов.